Во время Кавказской войны маленький отряд горцев попадает в засаду. Завязывается жестокий бой. Горцы сражались храбро, и им удалось отбиться. Но один из горцев тяжело ранен. Он просит своих друзей, чтобы те отвезли его домой, чтобы он в последний раз мог посмотреть в глаза своим родителям. Друзья положили его на телегу и повезли в родовое село. Дойдя до его сакли, один из горцев постучал в дверь. Дверь открыла пожилая женщина. Горец отпустил голову и сказал: «Мама, у меня для вас плохие новости. Ваш сын тяжело ранен, он умирает. Разрешите, мы занесем его в дом». На глазах матери появились слезы. Но она сказала: «Подожди, сынок, расскажи мне, как ранили моего сына? Если его ранили в спину, когда он убегал с поля битвы, то сбросьте его со скалы, я не буду его оплакивать. Если же мой сын сражался храбро и получил ранение в бою, то занесите его в дом, я буду его оплакивать и благодарить Господа за такого отважного сына». Такими были горянки на Кавказе. А что же сегодня? О, мои сестры, запомните, курица никогда не родит орла.